Уже не в первый раз проблема собираемости налогов и бюджет Каспийска оказывается в центре обсуждения на аппаратном совещании. Руководство города беспокоит, будет ли возможно выполнить социально значимые статьи расходов. Помимо этого, в числе важных отметили и санитарное состояние города. Какая работа ведется по этим направлениям, узнаете из нашего материала. Проблема собираемости налогов длится уже несколько месяцев. За прошедший период план выполнен всего на 33%. Более 40 миллионов рублей недосчитались из-за массовых увольнений в разных организациях, отметили специалисты. Как обстоят дела на сегодняшний день, поинтересовался глава города Магомед Абдуллаев. На что руководитель финансового управления городской администрации Хамис Абдуллаева ответила, что на данный момент удалось полностью выплатить заработные платы учителям. Но это не означает, что пик сложностей позади. Значит, плану исполнения 33% годовому плану. Это план как внутри первого квартала получается. Расходы? Налоговые или не налоговые доходы? Перевыполнение налогов, не налоговых доходов. Перевыполнение. Конечно. Да. Почти уже там чуть-чуть, да и годовую сумму мы уже выполняем. Да. А не налоговые, конечно, желают быть лучше. Там 30% где-то налоговые, то есть 30% мало где есть исполнение. Чтобы взять ситуацию под контроль, необходимо взаимодействие. Выходом может послужить и увеличение собираемости земельного налога, порекомендовал Нух Ахмедов. Далее перешли к обсуждению работы административной комиссии. За неделю оштрафовано 6 человек. Ответить за своевременно неубранный мусор придется двум председателям ТСЖ, а также проверены адреса, по которым ранее были даны предписания, доложили ответственные лица. Свой доклад о чрезвычайных происшествиях представил начальник управления по делам ГО и ЧС Шахбан Гасанов. За минувшую неделю в городе зарегистрирован один случай отравления угарным газом. Пожарный наряд выезжал на тушение сухой травы. Было плановое отключение электроэнергии. И плановое, два раза была приостановлена подача воды в город. В первом случае, если это было плановое повышение, то в втором случае, это сейчас аэропорт, здесь легкое отравление угарным газом. И последняя связь. Я там сегодня утром был, пожалуйста, продолжайте эту работу. Опять очаги появилось 5-6 места. Упустите момент, потом будем мучиться все вместе. Обсудив еще несколько вопросов и приняв по ним решение, аппаратное совещание было объявлено закрытым. Заира Гамзатова, Шамиль Гусейнов, новости Каспий ТВ.